Всем здорова, всем привет, куда пропадал? Да, братан, был дома на самом деле, ничего не делал, типа, все это время спал, высыпался, набирался, как говорится, сил, энергии и мотивации на этот новый, как говорится, 2024 год. Почему не стримим на Новый год? Блин, брат, честно, вообще не было настроения, реально. Мы тогда стримили где-то, наверное, до 6-7 вечера. Я пока собрался, пока это. Я вообще как хотел на Новый год? Я вообще хотел поехать, взять себе Макдональдс, взять, типа, алкоголя и посидеть же, типа, на стриме вместе там с Триносиком, с там Шторм должен был вроде быть, там же Кагопник. И я вот так вот еду, короче, выкупаю, шумак закрытый, и как-то так оно, знаешь, пропало тупо настроение, бабки закончились. Только стрим запускается, постоянно кем пишет, и бабки закончились, братанчик, не закончились, на самом деле, реально. Если бы именно бухать и висеть еще до того момента, пока не закончится, то еще хотя бы пару дней, типа, меня бы еще хотя бы не было, ну реально. И короче ж, и тыры-пыры-тыры, ну реально, мы стримили 31-го, там чуть ли не весь день тупо шпили, и потом тупо вообще не было настроения, реально, братан. А так, братан, нет, честно, вот на самом деле, типа, я 31-го лег, наверное, спать, может быть, часов, наверное, 10. Вот реально, в чем прикол? Всю жизнь так тупился, думаю, никогда в жизни, реально, никогда в жизни на Новый год не усну. И как бы для меня это всегда была такая, знаете, именно страх детства, типа, проспать Новый год. Думаю, как так, Новый год, такой праздник, тупо там фу-фу-фу-фу, там все бухают, там тыры-пыры-тыры-пыры, а ты спишь. Отвечаю, так и думал, все, первое число, встал в 7:30 утра, думаю, все, Новый год, новая жизнь, все потихонечку начинается. И вот так вот тупо вообще, ни мотивации, ничего нету вообще, на самом деле. Был движ, прикиньте. Первого числа, тыры-пыры-тыры-пыры-тыры-пыры-тыры-пыры-тыры-пыры, наверное, часиков 7-8 вечера, короче, я уснул, просыпаюсь, наверное, часов, я не знаю, наверное, 10, то может быть даже, короче, 9 вечера, ну, короче, поспал, в чем прикол, очень мало. И какой-то такой жесткий шум, прям еще шум снизу, там, хей-вей, тыры-пыры-тыры-пыры. У меня как-то так это, я не знаю, как-то чуть подзадело, думаю, а, да, и я вот так жестко, наверное, на протяжении минут, не знаю, 10, вот так по всей квартире пятками, ну, прикиньте, мой вес там, то 5 килограмм, хотя уже, бля, 101, я вообще, 101 килограмм, и я вот так вот тупо пятками по всей квартире, ха-ха-ха-ха, бах-бах-бах-бах-бах-бах, ну, прям жестко. По всем комнатам, там, на кухне походил, в зале походил, в ванную пошел, постукал, там постукал, там постукал. Проходит, наверное, минут 5-10, в дверь вот так прям жестко, ту-ту-ту-ту. Я вот так открываю, тупо глазочек сотрю, стоит эта женщина снизу, короче, соседка с мужем. Думаю, ой-ой-ой, думаю, вот цезара буду, жесткий пиздец. Она так открывает, я так открываю дверь, и пошла жара, ты, сука, ты уютный. Ты то, ты это. Ой, я говорю, так я просто ходил по квартире. Она говорит, да ты не ходишь, да, на, давай на меня туда-сюда, туда-сюда, жила-была. И давай за все, мне говорит, а ты, я с тобой спать ложусь, на 5 утра спать ложишься. Она мне за все, за то, что я стримлю долго, за то, что я там стопаю, за то, что там курю, за то, что я там то, за то, что я там это. А эта женщина на меня, давай там, но она мне тупо за все говорит, ты меня тогда в сентябре затопил, ты меня там то это, ты меня там тыры-пыры-тыры-пыры, говорит, ты меня и в туалете затопишь, я говорю, так, а у меня просто, в чем прикол, у меня в туалете унитаз и сбоку бидешка. И как, короче, мне говорит это снизу соседка, что эта бидешка уже не первый раз, короче, протекает. Она говорит, ты меня скоро и там затопишь. Я говорю, ты, я не пользуюсь бидешкой, надо вообще. Я зашел, посрал, пошел и помылся. Тыры-пыры-тыры-пыры, и ты стримишь, я все слышу, и ты орешь там, и вся хуй, ты стукаешь, грюкаешь, и ты там тыры-пыры-тыры-пыры, и ты на бал. Я такой в конце говорю, да. Говорю, а вы знаете, что у вас старший сын, что у вас, подожди, по шоссе. Я говорю, а вы знаете, что ваш сын старший, я говорю, сигареты курит. Она такая, это не может быть. Я говорю, а я знаю, говорю, потому что когда я на балкончик выхожу, когда вы утром уходите куда-нибудь, говорю, он курит сигареты. Она такая, что серьезно? Я говорю, да. Она такая, вот, прикиньте, вот так тупо разворачивается, отходит, подходит обратно ко мне, а там в чем прикол, типа муж стоял. Муж, честно, так стоял, даже ничего тупо и не говорил, реально. Он так тупо стоял, стоял, реально. И она так тупо, прикиньте, отходит, разворачивается обратно и такая. У меня муж работает в ЦЦК. Если я ему таблетки не дам, ты понимаешь, что это будет. Я говорю, все, извиняюсь, я говорю, я понимаю, что вы тут, говорю, самая старшая в этом подъезде, в этом доме, вы сторожила этого, как говорится, домика. Она говорит, а при чем тут это? Я говорю, я с вами ссориться, честно, не хочу. Говорю, все, извиняюсь, я говорю, на этом, как говорится, в вопросике, как говорится, закрыты. Ну, так вот, прикинь, а сколько лет сыну? Я думаю, наверное, лет уже 18 или 17. Ну, он такой, ну, как бы, он пацанчик, типа, молодой, на самом деле, но просто в чем прикол, типа, что я встречаю его одногруппников пару недель назад, типа, и они говорят, что, типа, вот он там на тебя базарит, типа, там ходит в группе, что ты там наркоман, что ты там дикий дома варишь, ты там какую-то ширку варишь, туда-сюда, жила-была. Я думаю, мне вообще варить ширку, думаю, ширка это ж фу, это, ну, вообще, ну, прикинь. Кое-что, типа, наговорил, потому, думаю, ладно уже, постукаю я ему пяточками. Как говорится, и все будет заебись. Замужем, да? Но ничего, буду жить там до старости. Жить и... желать вам счастья. Я надеюсь, ты с ним счастлива. Я надеюсь, именно с ним ты обрела тот покой и ту заботу. Ну такая жизнь, пацаны, реально. Ну такая жизнь, понимаешь? И ты вроде нашел свою судьбу,
Ну, судьба, братан, в этой жизни с рук выскальзывает, понимаете? Вам счастья, любви, здоровечка, деточок побольше. А, извиняюсь, не знал. Андрюшка, братик, малую урвал себе, просто рыбку золотую, реально. Извините. Вот так вот ты качаешься, играешь в сампик, а он просто Андрей Мороз, понимаете? А он просто Андрюха Мороз. И все. И на его фоне ты просто маленькая вспышечка. Ты не пожар, ты просто маленькая вспышечка.